16 ноября, я уже жалею, что я допустил мутонам создать базу где-то здесь, пропустил их разведчик, потому что они сильно разлетались. Лечу в данный момент на корабль снабжения мутонов, их надо сбивать. Причем лечу мстителем, который на вылете. А тут у нас боевой корабль мутонов готовит инфильтрацию в Центральной Азии. Сюда летим, чтобы рейтинг был. Да. Операция 94, операция «Павший воитель». Оп. Все готовы. Операция будет здоровая, огромный корабль сразу здесь. И надо бы выявить первого супостата. Плазменный хавертанк вылетает. Никого не видит. Слушайте, это может быть террористическая операция, кстати. Ну-ка, взлети повыше. Видишь одного. Мутон в доме закрепился. Это не проблема, говорит Резнов. Я его сейчас захвачу под контроль. Ты для начала паническую атаку проведи. Она происходит. Контроль установлен. Мутон. Солдат выходит, открывает дверь. Видит второго мутона. Берет гранату и совершает суицид, наверное. А, не хватает очков действия. О, этот мутон еще может поиграть, ребята. Так, Новекс, ваша задача. Они закрепились в деревне. Сейчас мы их выкурим оттуда. Вот тут еще одного видит мутон. Следующий мутон. Ну давай, мутон мутона стреляет. Выбрасывает оружие, наверное. Пойдет на разведку. Вот сюда. И было бы неплохо, чтобы он увидел еще мутона, но он больше мутонов не видит. Тут вход в тарелку. Корабль здоровенный просто. Его надо заминировать сразу, потому что опасно. Вывожу оператора танка лазерной пушки. Он выезжает. У него достаточно мало очков действия. Он видит следующего мутона, который уже готовится нападать. Но Броуди Дейл не согласна с этим постулатом. И она подвергает зелененького панике и берет его под контроль. Это мутон-инженер. Он видит следующего мутона. Складывает оружие. Взводит гранату. Наверное, совершает суицид. Так, этот будет готов. Возможно, нет. Возможно, его просто вырубит, потому что эти мутоны жесткие. Васкес. 81 очко действия. Контроль сознания сразу установлен. Вот он в саду, солдат. Совершает тоже суицид. Непрерывный. Оба живы. Тут стреляет еще мутон по мутону. Значит, еще один был. Этот бежит. Этого вырубил, не завалил. Взрывается граната. Мы видим следующего мутона. Ситуация сложна. Потому что так просто все не будет. Паническая атака, контроль сознания, пожалуйста. Развернись и покажи, кто мне тут стрелял такой. Кто тут такой стрелок у нас, а? Видишь его, да? Мутон-солдат. Гост, захвати его. Контроль установлен, он складывает оружие, он чуть не операцию не провалил. Он идет сдаваться. Эти два мутона могут, кстати, пойти зайти в саму тарелку. Так, это еще не все, потому что здесь еще один мутон есть, которого надо захватить под контроль. Чтобы он выдал диспозицию своих собратьев. У Резнова не получается взять мутона под контроль. Попробует Марио. Марио Куб очень любит уничтожать в игре Super Mario Brothers. Увидел второго, бежишь. В корабле есть дыры какие-то? Корабль здоровенный такой, ребята. По дырам непонятно. Я бы жахнул из бластерной. Но пока что работают псионики, качаются. Новекс, например.
Новакса не получается сделать то, что должна. Васкис, значит, будет захватывать мутона следующего. Контроль установлен. Этот мутон видит следующего мутона. Мутона медика. Васкис, захватить его незамедлительно. Закрепились в садах. Так, видит следующего мутона, разворачивается. Наверное, сложит оружие, побежит просто. Как-то их надо сгруппировать и расстрелять немножечко. Вот этот сюда. Все, эти двое тусуются. Этот видит еще одного, вот этого. Хорошо, этого сейчас захватим. Ты сюда. Этот тут тусуется. Кто пойдет? Рядовой шутник. Выходит на позицию, разворачивается и начинает бить супостатов очередью. Его завалил. Рядовой шутник может выстрелить или спрятаться, потому что в следующий ход могут выйти из корабля. Рядовой шутник рискует и стреляет и промахивается. 11 очков действия. Рядовой шутник спрячется, прикроет своим бренным телом наших псиоников. Сад-Ист. Было бы неплохо, чтобы жахнул. 52 очка действия. Надо бы двери открыть, чтобы прямо туда жахнуть. Хотя это саплай. Много вариативности в ситуации в наших. Так, Васкис, еще есть 31 очко действия. Сейчас мы захватим вот этого мутона под контроль. Мутон солдат. Просто положит оружие, совершит суицид, наверное. Попытается это сделать. Хорошо. Мне в идеале надо бы заминировать, честно говоря, вот эти двери. Вареник, кто может занять? Терн может заняться. Но опять-таки в следующий ход. Кайка Садес куда-то сюда бежит. Снайперов надо бы вывести. Мордекай сюда. Ты присядь. Ты уже ничего сделать не можешь. Лавтригут, медик сюда. Сейчас выходит командир и бластерно мне стреляет прямо в корабль, и мы все мертвы. Мы этого не допустим. Мы танк подставим. У меня еще есть плазменный ховертанк, который тоже возьмет на себя вход. Делаем ход, ждем. Взрывается граната. Выходит таки мотон, стреляет по танку и взрывает мне танк сразу. Посмотрите, что началось. Ох, сколько открытий дверей. Видим мутона. Сейчас ему будет не сдобровать, говорит Гост, потому что мы его захватим под контроль. Так. Далее мы захватим под контроль этот мертвый. Этого не видим. Мутон-солдат видит следующего мутона. Это вот этот, которого тоже надо брать под контроль. Мутон-солдат разворачивается, видит еще одного мутона, видит еще одного мутона. Это те, которых я сгруппировал. Но нет, у данного мутона-солдата будет четкая задача. Зайти в тарелку, приготовить гранату, активировать ее на нулевой ход, выбросить куда-то сюда. Нет очков действия уже. Выложи оружие, выложи гранату. Затусуйся тут. Далее взять под контроль остальных мутонов. Контроль установлен. Мутон-солдат пошел к следующему входу и собой прикроет этот вход, если кто-то будет выходить. Это саплай, два входа, три этажа. Далее взять под контроль вот этого мутона. Разворачивается. Здесь один должен быть, мы его не видим. Этого видишь, по крайней мере. Ну, сбегай куда-то сюда вместо танка. Не надо было танк подставлять. Но танк подставить было важнее, потому что здесь оперативники. Шутник, застрели супостата. Готов. Этого можно застрелить еще. Не надо это делать. Надо выявить крайнего мутона. Для этого нужно совершить многоходовочку. Захватить вот этого мутона. Он развернется.
и в дыму увидит следующего мутона. Вайконе захватит мутона, который совершал суицид. У Вайкони не получается, ребята, слушайте, сопротивляется еще. Он должен кровью истекать сейчас своей зеленой. Посмотрите на него. Установлен контроль, есть ранение, этот бежит сюда. Все, они тут группируются. Так, что я хочу сделать? Терн, куда-то сюда на позицию. Подставляем тебя, конечно, но что поделаешь. Шутник здесь, Мордекай на вот эту позицию присядет. Оператор танка, куда-то сюда поближе. Танки все-таки подставляю. На Тейлс тоже готов стрелять. Лавтригуд готов стрелять. Сад Ист. Ты очень хочешь это сделать, но ты сделаешь это подальше от греха. Перегруппировался. Делаем ход. Взрывается граната. Открываются, закрываются двери. Сад Ист. Шаг сюда. Разворот. Пуск ракеты. Чуть-чуть повыше, чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Жаль, нет дыры. Чуть-чуть сюда оно летит. Подожди, сейчас не спеши. Можно лучше сделать. Протор танка разворачивается, видит Мутона. Броуди Дейл его захватывает. Мутон открывает дверь, заходит. Подходит куда-то сюда. Подходит даже вот куда-то сюда. Открывает дверь. Видит два Иллирия, следующего Мутона. Подходит сюда. Видит лифт. И тут остается. Супер снайперский выстрел от Сад Иста. Запуск ракеты сюда. Только Иллирий не пробей. Было бы неплохо этот Иллирий еще получить, ребята. Такая халява. Не знаю, получится ли. Вряд ли получится. Здесь наверх и здесь на втором этаже взрыв. Полетело. Промах. Вот этого мутона надо захватить. Один Иллирий, блок Иллирия пробит. Тут есть дыра в тарелке. Сейчас мы его захватим. Контроль установлен. Это инженер. Выложи гранаты. Выйти не успеешь, но тут затусуешься. А сюда? Сюда тоже не успеешь. Затусуйся тут. Мне надо оперативника одного подвести, самого смелого. Терн самый смелый. Стой, Терн, не спеши. Танк самый смелый. А Терн на подхвате, можно сказать. Танк прикроет своим бренным. Танк видит еще Мутона. А здесь еще один был. Этого надо снять, ребята. Все, этот бежит сюда. Так, тут у меня Мордекай, который делает наспех выстрел. Промахивается, и Мордекай делает очередь все-таки по Мутону. 22 очка действия. Здесь мы мутонов не видим, к сожалению. Теперь-то у нас проблематичнее все. Кайка Садес пойдет, их найдет. Они без оружия. Надеюсь, они их не подберут. Кайка Садес, напрямую бежишь. Ох, ты не видишь. Надо снайпера выводить там, потому что все в дыму. Там эти два мутона потом могут плохо сыграть с нами. Лавтригуд и рядовой шутник. Лавтригуд сюда на позицию развернуться. Рядовой шутник. Убрать вот это. Ты очень смелый парень, побежишь сюда. Хочется и Иллирий тоже получить. Вареник тоже пойдешь. Остальные оперативники. Kitchen Place готовится к выходу с пистолетом. И Бугагата Нюха, сержант, тоже готовится к выходу. На прикроет она снайпер. Далее еще Тейлс пойдет. А псионики у меня немножко перегруппируются. Сюда, Марио. Ты сюда, Грингов. Ты сюда, Рязнов. Ты куда-то сюда, Новекс.
Васкис куда-то сюда. И Броуди Дейл куда-то сюда. Делаем ход, ждем. Выходит Мутон. Один бежит. Сейчас мы их найдем и сделаем все как надо. Много бегает. Ох, стреляет, посмотрите. Медик вышел какой-то. Шутник без сознания. Медик стрелял из-за спины вот этого. На реакции стреляют по нам. Смертельных ран не было, просто вырубило шутника. Хорошо, Броуди Дейл, начинаем их захватывать. Контроль установлен, мутон солдат открывает дверь, выходит. Видит медика. Выходит обратно. Резнов, тут опасно сейчас сандалить ракету. Терн, гренадер. Бежит на вот эту позицию, видит противника, я понимаю, бежишь. Бежишь. Оператор танка чуть-чуть отъезжает. Терн открывает дверь, видит еще одного мутона, и все, больше ничего делать не надо. Мутоны сделают все сами. Кроме всего прочего, нужно закончить вот с этими двумя мутонами, да? Один и второй. Их надо просто пострелять. Я бы заслал, конечно, еще ракету. Это очень опасно теперь в данной ситуации. Сатис, ты перезарядись на всякий случай, знаешь что? Перегруппируйся сюда. Закрепись. Так, начнем с расстрела, наверное, с веселого. Лавтригут выходит, разворачивается. Дает очередь сюда куда-то. Бдыщ. Бочину. Плотный какой солдат, а? Должен был уже погибнуть. Лавтригут промахивается. В дерево попадает. В яблоню кормилицу. Лавтригут хорошо отработал. Сюда тусуйся. Вареник инженер пойдет давать информацию. Прямо причем в эпицентр сражения. Видит противника. Я понимаю, Вареник. Я знаю, кого ты видишь. Ты бежишь вперед. Я понимаю, что ты их видишь. Ты, твоя задача. Мы их всех захватим, в конце концов. Они нам ничего не сделают. Kitchen Place тебя прикроет. Она тоже бежит вперед. Видит кучу мутонов. Ей страшно немножко. Ну, что поделаешь. Терн сейчас не будет ходить. Мордекай снайпер. Прицельный выстрел вот сюда. Еще один не хватает наспех. Промахиваешься. Хорошо. Кайка Садес тогда его добьет. Ну, по крайней мере, совершит попытку добивания. Кайка Садес будет стрелять наспех. Мне надо плазменных пистолетов сделать, потому что это не дело с этими лазерными пуколками ходить. Этот готов. Кайка Садес, перебежка фланговая. Ну, и теперь самое любимое, это захват под контроль. Броуди Дейл захватывает вот этого мутона. Контроль установлен. Он бежит сюда. Открывает дверь. Никого не видит. Бежит сюда. 14 очков действия. Видит следующего мутона. Отлично. Цепочка вырисовалась. Жаль, у них нет гранат. Я бы там все подорвал. Броуди Дейл. Нет очков действия. Тренировать их. Тебе чуть-чуть не хватает. Новекс. Захватить под контроль. Мутон солдат. Идет наверх. Идет на самый верх. Где двери? Вот они. К сожалению, никого не видит. Терн пойдет в следующий ход подхватывать мутона. Второй лифт должен быть. Этот нужен, мутон? Я не знаю. Вроде бы нужен пока что. Он безобиден. Без оружия. Почему они его не подбирают? Включен же модификация. В запуске следующей серии надо будет этим озаботиться, ребята. Они должны подбирать оружие. Я включал. Я могу это даже сейчас посмотреть. Наверное, параметры игры. Дополнительно пришельцы подбирают оружие.
Поле боя. Псионическую. Что? Какие другие? Она и так увеличивается. Истекают кровью. Пришельцы подбирают оружие. Не могу найти, не видно ничего. Агрессивное возмездие. Не надо. Очередь строителя, да куча всего есть. Что-то я не вижу, ребята. Ну, вроде было. В таки пробку. Я не вижу что-то. Ладно, неважно. Ты наверх. Сюда сразу. Получаешь спину. Отлично, ты создашь там панику. Этого застрелить? Нет, этого надо подождать. Еще ждем. Делаем ход. Этого завалят в конце концов. Ну, друг друга бьют. Ты паника пошла полным ходом. Так, мы теперь никого не видим. Видим одного. Но это не к спеху, потому что Терн должен заходить в тарелку, найти мне следующего Элиана, который где-то здесь. Вот он. Диверсия начнется именно с него. Надо ему имя давать. Его будут звать Элеонора, наверное. Он открывает дверь, видит следующего. Элеонора подсветила Маргариту, наверное, да? Броуди Дейл. Захватить Маргариту. Маргарита захвачена. Маргариту обстреливали. Непонятно, кто это делал. Они тут должны затусоваться. Значит, инженер возвращается на исходную. Мы в один ход это все просто не сделаем. Здесь еще один тусуется, его можно подсветить. Туда надо врываться и их стрелять начинать. Давай, стреляй. Kitchen place. Завалила. Вареник сюда. Kitchen place тебя прикрывает. Кайкосады здесь прикрывают. Нужны пушки. Нужны пушки и солдаты с пушками. Love Tree Good пойдет, поэтому. Мне одного оперативника завалили, ребята. Это очень жаль. А, не завалили. Он, кстати, кровью не истечет. Мордекай, не знаешь. Просто он так лежит. У него не должно быть смертельных ран, но надо медика вывести все-таки, чтобы его спасти. В крайней мере, включить, вернуть назад в игру. Тейлс, займешься этим? Следующий ход. Так, Булгага, Танюха пошла. Все, все пошли. Ну, такая операция проходит. Ну, намного легче теперь с пси-захватом играть. В разы просто. Терн подсветить. Этот что, передвинулся? Посмел совершить передвижение? Это недопустимо просто. Броуди Дейл захватывает его под контроль опять. Мы продвигаемся все дальше и дальше. Открываешь дверь, видишь следующего. Говорит ему привет. Броуди Дейл совершает захват. О, тут разворочено все. А, завалили вот этого. Контроль сознания установлен. Что, мутон солдат побежал, наверное, вперед. Можно ли тут обойти или нет, я не знаю. Ты, наверное, здесь останешься. И вы вот так вот цепочкой пойдете, или мы можем уже Терна даже за вами посылать. Один Терн, один разведчик, бесстрашный. Развернись и приготовься встретить свою судьбу. Далее, Love Tree Good заходит. Время шутить шутки закончилось, говорит Love Tree Good. Здесь закрепиться, наверное. Как по осмотру, они могут быть еще наверху, поэтому должен еще зайти Мордекай и остальные ребята. Надо было подсветить в первый ход. Кто где находится?
Кай Касадес еще выйдет на вот эту позицию. Я не уверен, что здесь мы все закончили. Кай Касадес проверит, поэтому видит противника. Да, тут Мутон тусуется, посмотрите. Совершает тусовку. Броуди Дейл, не хватает очков действия, прокачать их. Грингов займется Максим. Не получается. Новекс займется. Это солдат, кстати. Разворот. Идешь на убийство, на смертоубийство. Так, ну и делаем ход, наверное, на этом. Не так уж и много их осталось. Сейчас мы это все быстро и решительно закончим. Значит, Кай Касадес, стреляешь своего мутона. Уже такая халява, Кай Касадес. Пистолет в руке. Просто надо хорошенько прокачать навыки. Все, ты своего завалил. Далее, второй этаж интересует. Здесь Терн видит следующего мутона. Сейчас мы его возьмем под контроль. И он проведет нас к следующему мутону, который, в свою очередь, возможно, выдаст местоположение командира, который ответственен за эту операцию. Это операцию Саплая. Новекс, захватить его незамедлительно. Оп. Контроль установлен. Ну и вот этот мутон побежал проверять вот здесь. Есть дверь. Хорошо. Зайди сюда. Отопри ее и видишь командование, судя по всему. Взять под контроль навигатор. Приготовить гранату, активировать ее на нулевой ход. Бросить сюда. Так, и Новекс, еще есть очки действия. Займемся сейчас. Вот он, солдат. Приготовить гранату. Активировать ее на нулевой ход. Бросить вот сюда. При этом сложить оружие, потому что мы прилетели на землю с мирными целями. На втором этаже еще кто-то тусуется вот здесь. Его надо выхватить. Его надо выловить. Вареник, дай-ка информацию по передвижениям. Но тяжело это будет сделать. Love 3 good. Ну-ка, поднимись наверх. Развернись, по крайней мере, в следующий ход. С тобой пойдет Мордекай. Все в званиях идут, но они должны докачивать крутые звания. Так, развернешься. А Танюха Бугага проверит вот эту комнату. Она откроет дверь, зайдет сюда и видит, что сверху, в принципе, кто-то может быть. И там придется стрелять. Что еще сделать важно очень? Нужно вот этого мутона чуть-чуть провести вперед, если мы за первый ход не справимся. И Терн откроет вот эту дверь, наверное. Все чекнет, тут все чисто. Но здесь закрепиться. Делаем ход, взрываются две гранаты. Все мутоны стоят, но, возможно, кровью истекут. Выходит мутон, стреляет Терна. Терн теряет сознание. Посмотрите на него. Вот оно что началось, да? Время штурмовать, судя по всему. Тут один. Остальные стоят, не двигаются. Love 3 good стремительно врывается, получает выстрел. Видит противника. Мутон сверху. Посмотрите, что началось. Они решили сопротивляться до последнего. Терна могу не спасти. Контроль установлен. Мутон солдат. Проверить здесь, проверить здесь. Тут вряд ли кто-то будет. Сложи оружие и гранату. Проверь здесь, уже не можешь. Я на третий этаж должен попасть. Медиком причем Мордекай. И Танюха Богогана снайпер. Kitchen Place побежала спасать. Вот он не выживет, он, судя по всему. Kitchen Place еще сейчас подставлю. Там 4 мутона, их надо убивать каким-то образом. Tails. Стимулятор, энергетик, стимулятор, 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 энергетик. Не встает. Кай Касадес тут сидит, значит, ребята побежали. Ситуация обострилась, говорит Мордекай.
Но это Танюха Бугага не очень довольна, потому что она думала, что псионики все сделают работу, а приходится теперь самим все делать. Делаю ход, теперь опасно. Они отойдут от пси-захвата и будут перемещаться. Вот один, кстати, появился. Это хорошо, потому что мы его сейчас опять захватим, и он покажет всю картину, которая там відбувається. Вайконія, быстро его захватить. Пошел наверх. Шел сюда. Открыл дверь, зашел. Не успеешь открыть дверь, не очень хорошо. Но путь более-менее свободен, поэтому мордыка идет. Здесь закрепится. Кроме всего прочего, с ним пойдет, наверное, Kitchen Place. Тоже она тут закрепится. Так, Мутон на втором этаже. Здесь где-то здесь остался, да? Его надо добить. Это займет целый Трегут. Открывает дверь, выходит. Видит своего Мутона, дает ему наспех. И промахивается. И сидит здесь. Больше сделать ничего не могу. Выходит Мутон. И этот Мутон бежит. Это не так хорошо. Уходит. Вот тут один есть еще. Совершает тусовку. Лавтригут, где твой мутон делся? Вниз, что ли, ушел? Или сюда? Твой мутон вниз, судя по всему, спустился, да? Нет. Kitchen Place доходит до того места, которое ей положено. Видит мутона, мы его захватываем под контроль. И Kitchen Place пытается спасти Терна, который потерял сознание. Контроль установлен. Этот мутон бежит. Что такое? Разворачивается, видит следующего мутона. Этот мутон бежит вот сюда. Ладно, беги, беги. Беги вот сюда. О, он видит следующего мутона-солдата, который меня на операцию чуть не сорвал. Kitchen Place достает медпакет. И спасает. Стимулятор энергетик спасает. Разворачивается, стреляет. Ей не надо сейчас стрелять. Ей просто надо закрепиться здесь. Мне нужно их всех взять под контроль. В данный ход. Новикс не может это сделать. Это займется Броуди Дейл. И еще один мутон где-то потерялся на втором этаже. Этого взяли под контроль. Этого взяли под контроль. Это мутон-солдат. Он идет вперед, и он убьет своего командира. Он идет вперед. Все мутоны под контролем. Ты сюда идешь. А ты тут останешься. А Мордекай выйдет с этой стороны. И тут зафиксирует позицию. Значит, надо еще здесь порешать. Потому что тут непонятно, что и где этот мутон остался, в принципе. Подстраховать тут есть кому есть. Вот Танюха Бугага подстрахует. Видит мутона и сразу его застрелит. Ну, может, не с первого раза, но ну, как-то так. Делаем ход, этот бежит. Пытается скрыться. Жаль, оружие не подбирают. Было бы интереснее. Танюха его добивает. Первый, второй этаж, судя по всему, зачищены. Далее. Здесь открыть дверь. Надо бы проверить, честно говоря, Лавтригуд. Надо бы проверить. Такое ощущение, что здесь все хорошо. Тут надо выстроить цепочку и взять их под контроль. Броуди Дейл. Контроль установлен, он идет сюда, открывает дверь, выходит, видит следующего солдата, мы его опять-таки берем под контроль. Он приводит нас к солдату с оружием, солдат с оружием врывается в комнату, убивает командира. Как бы незамысловатая цепочка закончена, и командир даже не понимает, что случилось. Да, бежишь сюда.
открываешь дверь, а тут двое еще мутонов, посмотрите. Это те, которые я гранату диверсию делал. Если у них есть оружие, пусть они друг друга стреляют. Я думаю, так мы сделаем. Взять их под контроль не получается. Сработает грингов, наверное. У грингова получается. Это тоже не получается, этот потому что не хочет сдаваться. Установлен контроль, мутон солдат с патронами. Идет сюда, видит противника, подходит, разворачивается. У них начинается светская беседа на тему глобального потепления, а Вайкония захватывает вот этого мутона. У него есть оружие, он ранен, он стреляет по вот этому мутону. Продолжает тут тусоваться. Слушайте, неплохая подспорье вкачать Мордекая капитально. Только Мордекай, вот этот мутон-солдат, должен сложить свое оружие. У него еще граната, правда, остается. Он заходит и тут тусуется. Так, здесь Kitchen Place продолжает лечить, стимулировать. Поднимает павшего собрата. Идет вперед. Kitchen Place работает за градотрядом. Терн ранен, но стабилизирован. Следующий ход. Мордекай спокойно заходит за угол. Разворачивается, подходит куда-то сюда. Открывает дверь, видит мутона. Двоих. И мы их захватываем под контроль и расстреливаем просто. И все, операция закончена. Вот он видит троих. Отходит вперед. Значит, надо обязательно захватить их под контроль, потому что все-таки на реакции кто-то может сработать. Например, вот этот навигатор, который выстрелит по вот этому мутону. О, плазму пробивает, оказывается, стены. Мордекай, мало очков действия, вот этому наспех жахни. Все. Навигатор, что можешь сделать? Наспех жахнуть по своему же напарнику. И сложить оружие. Подойти, сдаться в плен. Хорошо, здесь захватываем под контроль очередного. Он бежит вперед. Видит следующего. Kitchen Place его ведет и стреляет ему в спину. Нагоняй дает ему. Kitchen Place подходит, видит Мотона без оружия и стреляет ему тоже в спину. Ну, следующий ход все решится, я думаю. Вот он, солдат, паникует. Kitchen Place стреляет своего мутона. Вырубила его. А Мордекай открывает дверь, заходит вовнутрь и валит своего мутона. Операция без потерь, только танк потерял. 13 лерий. Все, рейтинг превосходно. Плазменный ховертанк надо делать. Еще сделаем это, собственно. Что тут летает у нас такое? Боевой корабль Мутон собирается делать инфильтрацию. Надо, чтобы перезарядился мой Фаерлорд. Пытался его сбить. Мы летим домой. Средний разведчик Летун готовит ответный удар в Южной Африке. Это тоже надо сбить. Хентай на перезарядке летит. Пантера на ремонте летит. Надо его сбить над водой. Базы, продажи, увольнения. Пару гранат пришельцев. Трупы мутонов 23. Источник энергии столько не нужно. Пища пришельцев. Мы все исследовали. Хирургию мы не исследовали. Комната допроса сплавы. 24 миллиона выходим. Лерия слишком много, а вот места на складах мало, поэтому сплавы пришельцев я продаю. Мне надо сюда танков попереводить. Отсюда переводим, транспортируем на фанхаус следующий танк. Плазменный ховертанк. Нет места на складах, ребята. Продавать в хавиплазмы. Может, лавины продать, а? Плазменные авиапушки, давай продадим лавину, действительно. Корвус
и с плазменными авиапушками. Мы разгрузили склады капитально. Транспортируем теперь спокойно там плазменные ховертанки оба. И все, и мы в шоколаде. Что там по исследованию, ребята? Превосходно говорят, да? Ну давайте посмотрим. Пантера топлива на исходе. Подожди, надо корпуса засылать, наверное. И что-то там еще летало, не вижу его. Ладно, корпус летит. Этот Шоди готовит ответный удар, да? Он разведывает местонахождение базы. А если у меня здесь гиперволновой склад? Ой-ой-ой, ребята. Строить модули, пожалуйста. А тут ПВО есть, в принципе. А здесь ПВО строится, гиперволновой ментальный щит есть. Нормально, он не найдет. Так. Хентай топливо на исходе. Корпус остался. Боевой корабль Монтон собирается делать инфильтрацию. Центр на НЛО. Вот здесь где-то пусть делает. Что по исследованию? Ты его веди, пожалуйста, над водой. Боевой надо бы сбить. В рейтинге просяду. Не хочет. Топлива ракет не хватает, чтобы перезарядить манул. На манул закупим ракеты. А как не хватает? Вот же они. Ты манул что тут, шутишь? А, на вот этой базе. У меня пусковых установок тут 8. Зачем мне столько? Покупаю ракеты, продаю пусковые установки. Пусть будет 4. Здесь здоровый корабль, где надо его. Куда он делся? Сделал инфильтрацию. Этот надо над водой сбить, корпус. Топливо на исходе, не проблема. Перехват. Фаерлорд летит. Его уничтожит просто. Ну или собьет. Агрессивной атакой. Засылаешь. Сбит. Но на операцию эту не полетим, ребята. Где мое исследование? Не хватает бластерный снаряд, чтобы перевооружить Фаерлорд. Вот это уже проблема. Производство. Они делаются. 20 часов осталось. Кидония, жребий брошен. А, мы должны еще вот это исследовать. Хорошо. Лаборатория, я так чувствую, нужна, потому что мы не успеем это исследовать. Но это такое. Месяц сейчас закончится, в конце концов. На эту не лечу, не хочу. Мы производим бластерные снаряды. Мы все производим, что можем. Летающие скафандры производим. Производство полным ходом идет. 17 число. Бластерные снаряды есть. Производство. Новое производство. Еще бластерных снарядов. Или что надо делать еще, ребята? Надо еще что-то сделать. Можно сделать бластерный ховертанк, кстати. Тяжелая боевая платформа. Давай сделаем бластерных снарядов побольше. Иллирия уже куча просто. Еще 10 сделаем. Так, НЛОпедия, танки. Плазменный ховертанк. 130 броня. 8 здесь. Они по броне одинаковые. Но тут бластерная авиапушка. А, авиапушка у него. У бластерного ховертанка. Вот это может засандалить, дай боже, просто. Такой хочется сделать. Солдаты, пси-тренировка. Плюс один Марио получил. 10 плюс 22. Броуди Дейл готова. Васкис готова. Новекс Резнов не очень. Здесь так себе. Керриган нет. Эти только начали. Ну, не очень хорошо, честно говоря. Плюс один это не то, на что я рассчитывал. Они, значит, должны сидеть и тренироваться. Будут сидеть и тренироваться. Перехватчик 19 прибыл на базу Хуанита. Его надо каким-то образом снарядить.
лазерными авиапушками и назвать так. Назовем его Касабанита. И посмотрим, сколько исследований неизвестно. О, тут надо мне лабораторию, ребята, делать. Я так чувствую. Плазменную ПВО удаляю. А лаборатория сколько будет строиться? 26 дней. Мотаем время. Ракеты лавина прибыли. Не хватает материалов для производства летающий скафандр на базе God Bless. Вот это очень интересно. Подожди, отмена. Я сюда заслал достаточно много эллерии. Значит, делаем транспортировку на фанхаус. Летающих скафандров 6 штук. Места на складе опять недостаточно. Отсюда транспортируем на God Bless достаточно большое количество эллерия. Чтобы материалов хватило на все про все. Вот как-то вот так вот прилично транспортируем за 12 тысяч. Отсюда транспортируем на фанхаус летающие скафандры и энергоскафандры. Тут и источники энергии есть, эллерий есть 4, плазма есть, осветитель есть, пси-усилители есть. Сканеры движения еще транспортируем пару штук. Тут вам 5 хватит за глаза. Хорошо, за 704 бакса. По дню мотаем. Летающие скафандры и Лерри все прибыло. Перейти к базе производства. Новое производство. Летающий скафандр. А, Лерри жрет, конечно, он серьезно. Десятку делай. Окей, по дню. Сохранение игры. Легкий разведчик Мутон собирается делать операцию сбора урожая. Было бы неплохо Касабанита его сбить прямо над водой. Пантера сюда летит. Что по исследованию? Доложить незамедлительно. Хорошо. Не надо лабораторию делать. Ну и страхуюсь просто. Над водой? Вроде над водой. Давай аккуратной атакой. Это легкий разведчик. Ты его уничтожишь просто. Агрессивно даже. Уничтожен. Так. Средний разведчик Эфириал готовит ответный удар в Сибири. Вот этот надо сбивать, ребята. Касабанит летит, потому что сейчас, чтоб эпичнейшим образом не полетел ко мне ответный удар на мою главную базу, которая не готова еще к защите. Все летят на него. На него летит даже, ребята, на него летит даже Фаерлорд. Подхватили, уничтожь его. И ты еще уничтожен, отлично. Большой разведчик Человека-Змей готовит ответный удар в Южной Америке. База сильно не защищена, защищена. Можем пропустить. А, это Человека-Змей, да? Нельзя пропускать. Да, это операция с крисолидами. Ну, как бы у меня чисто ПВО. Перехват Фаерлорд летит, уничтожает его. Над водой, пожалуйста. Тихо, да я не вижу его. Фаерлорд, топливо на исходе, возвращайся на базу. Короче, сбивайте его, ребята. Агрессивной атакой. Он стреляет, посмотрите, стандартной атакой. Готов. Не полечу на операцию, не хочу. Средний разведчик Сектоид готовит ответный удар в Северной Америке. Чек Норрис. Чек Норрис так долго держится. Ты заправился там, мне молодой человек, а? Мститель на ремонте. Корвус может полететь еще. Корвус хай летает. Не-не-не, Корвус летит. По исследованию что? Хорошо, жребий брошен. Над водой сбить. Опа, летят ракеты. Получает и тонет. Тонет, говорю. 23 ноября, смотрим солдат.
Вот эти цифры мне не очень нравятся у Марио. В иконе я вообще больше не получила. Может быть, больше 50 я не могу получить? Нет, вот здесь хорошо тренируется. Но в иконе хороший псионик у меня была. А эти сидят. Тоже тренируются. Глобус 30 минут. Бластерное ПВО отчет. Лаборант, слышите, Скоробогатько сделал сам отсчет. Бластер ракеты обеспечивает наиболее эффективную защиту против атак пришельцев. Выброс антиматерии при взрыве ракеты уничтожает все, что оказалось в радиусе поражения. Мы не будем их строить. Что осталось? Потрошитель-террорист. Ну давай, лаборант, удиви. Средний разведчик Мутон собирается делать базу пришельцев. А может они ее не забабахали? Хентай, перехвати и сбей. Корбус, перехвати, сбей его, уничтожь просто. Большой разведчик Мутон собирается делать базу пришельцев. Перехват, Фаерлорд, сбей его, уничтожь. Бластерный снаряд завершен на фанхаусе. Новое производство. Что по Иллирию? Блин, после неизвестной позиции. По Иллирию нормально. Давай сделаем бластерный хавертанк 25 Иллирия. Сколько вы будете его делать? 2 дня, нормально. Один потеряли здесь, значит ты новую цель вот этот сбей мне. Уничтожь его просто, пожалуйста. Сбит. Что делали за операцию? Базу делали. Ну, не хочу лететь. Большой разведчик Мутон, база пришельцев. Вот здесь. Так, стоп, машина. Новая цель. У тебя топливо 68. Понимаю, что это мало. Новую цель сюда. Новую цель сюда. Уничтожь его просто. Сбит. Ха, надо лететь на эти операции. 24 июля, может и не надо. Средний разведчик Летун готовит ответный удар. Чак Норрис его собьет. А может и нет. На помощь надо кого-то высылать. Перехват. Корвус полетит. Потерян из вида. Вернись на базу. Вернись на базу. Перехват. Он уже здесь просто. Понимаете, как они летают? Давай его сбивай. Так. Потому что я на них не летаю, в рейтинг записывается, но мало. Но миссия вроде бы им не засчитывается. Хотя посмотрим сейчас. Опа, конец месяца, они 3 базы отгрохают. Склад на базе Godbless завершен. Летающий скафандр на базе Godbless завершен. Плазменный хавертанк. Ровно на него и хватает. Окей, окей, окей. Базы, транспортировка на Godbless. Подожди. Что-то я не то делаю. Это производство бластерное. Да, все правильно. Транспортировка на фанхаус летающих скафандров. 10. Оп. 640 баксов. Тут производство плазменный хавертанк. Что по исследованию, ребята? Хорошо говорят. Кедония, жребий брошен. Летающие скафандры прибыли, окей. Плазменный хавертанк на базе Godbless завершен. Что мне нужно? Бластерные снаряды, наверное. А бластер ракеты, тяжелая боевая платформа, вот что нужно. Иллирия уже мало. Сделайте одну. И здесь мы их сами произведем. Да. Так. Новое производство. Что, надо пора бронекостюма? Нет, мне надо сделать деньги, короче, не только не так. Тяжелые лазеры. Вот так. Легкий разведчик Мутон готовит ответный удар в Европе. Ха, это интересно. Пропускать нельзя. Кедония, жребий брошен. Установлено, что армия пришельцев управляется из подземной базы в Кедонии, странной области Марса, известной расположенными там
пирамидами и образованием, напоминающим изображение человеческого лица. Кеданийская цивилизация процветала много миллионов лет назад. Причины ее гибели неизвестны, ровно как и связь этой цивилизации с активностью инопланетян в наше время. Независимо от объединений, мы должны лететь на Кедонию. Есть лишь один способ победить пришельцев – уничтожить центральный управляющий мозг. Нам понадобится мститель, транспорт, оборудованный наилучшим доступными нам оружием, способный доставить десант на Марс. Мы не можем узнать больше, оставаясь здесь и вынуждены ждать результатов штурма Кедонии. Финальная миссия. Потрошитель-террорист. Исследовать. По-моему, еще важно вот именно летающие скафандры туда делать, потому что если туда лететь в обычных бронекостюмах, операция начинается. Кстати, где она? Мститель у меня есть. Как эту операцию активировать? Вроде где-то должна быть... Или перехват делать, Мститель 1. А, вот Кедония, вот так она активируется. Хорошо, это финальная миссия, значит тут этот уничтожь. Подожди, веди его. Веди его. Уничтожен, хорошо. В следующей серии мы полетим на финальную миссию, ребята, 26 ноября. Подготовка, правда, не максимальная. Ну хотя как не максимальная, у меня есть здесь бластерный ховертанк. Тут есть плазменный. Бластерная ракета, тяжелая боевая платформа транспортируется. Я должен буду произвести еще этих бластерных ракет. Ховертанк через 16 часов сделается. Давай, да, транспортируем на God Bless еще и Лерия. Пусть они произведут мне этих бластерных ракет. И полетим. Полетим туда. Я не помню только, если провалить операцию, что произойдет. Вот этого я не помню. Это ГГ или не ГГ, не знаю. Бластерная установка. У меня 6 штук бластерных установок. Ну, полетят, естественно, элитные силы. А Эллирия становится уже мало достаточно. Сотни. Я надеюсь, этой сотни хватит Эллирия. Тут Иллирия у меня нету сейчас. Откуда ему тут взяться? Иллирия-то мало остается, да? Тяжелый лазер остановить производство. Новое производство, бластерные снаряды. ТБП. 5 Иллирия надо. А сколько ему надо, чтобы его зарядить? 8 надо как минимум ракет. Ну, можно и с такими танками лететь. Эти останутся, на эфирных я не полечу. Ну, потому что это смертоубийственная операция. Ну, можно рейнджер какой-то выделить. Но не, я хочу лететь на Кедонию. Так что как-то так. Следующая серия, возможно, будет последней в сезоне. Полетят элитнейшие силы. Я за кадром их подготовлю, наверное. Процессу, да. Увидимся, ребята. Спасибо за внимание. Уфошечка. До свидания.